Всем привет, друзья. Итак, продолжаем. Звездные войны. Так. Попробуем. Время, ребят, ночь, так что разговаривать буду поменьше, потише. Еще раз повторюсь, Origin пробные версии игр выкидывала. Значит, Звездные войны, там 4 часа можно погонять, посмотреть игру вместе с мультиплеером. И Battlefield 4 тоже на 7 дней, по-моему. И Battlefield 1, не знаю даже на какой срок. Заходите на Origin, регайтесь и скачивайте, посмотрите, пробуйте. Игрушки, в принципе, все такие последние хорошие. 5 же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу, ссылочки все есть. Делитесь видосом. Спасибо огромное, кто все это дело сделает. Так. Так, давайте. За повстанцев будем. Вообще нету. И понеслась. Этот бой — проверка на прочность. Нужно уничтожить как можно больше имперцев. Это не ты, ё-моё. Тут же где-то второй должен быть. Thank you.
завалили. Что за объема? Почти, почти, ребята. Что там, все победили? Давайте попробуем. На этом полетать. Игрушка, в принципе, ребят, мне понравилась. Хорошая игра.
понятно, сюжетку что-то я не могу найти. Сюжет, по идее, должен быть. Сюжетная линия. По фильму. Или по книге, не знаю уж почему-то. Не подгружает, конечно, долго. Очень долго, ребят, загрузка. Ну, наконец-то. И полетел. Эвакуация проходит успешно. Любой ценой защищай генератор, пока все корабли не покинут планету. Да прибудет с тобой сила. Впереди шагохода AT-ST. Это, наверное, наш. Осторожнее там!
Сейчас уже, ребят, по одному включению надо полетать. Марс полетели. Первый транспорт вылетел. О, большой идет, ё-моё. Имперские ТНТ, уничтожить! Используй буксировочный трос, чтобы повалить ТНТ. Как? Нашим бластерам не пробить его броню. Ты? Берегитесь бластеров! Сец, спасибо. Двойка там, да, должна быть. Используй гарпун. Попробуйте еще разок. Стреляй гарпуном. Генератор в большой опасности. Остановите шагоход. Да идем, батон, как? Не дайте ETST выстрелить по генератору! Попробуйте еще. Шагоход готовится взорвать наш генератор. Генератор. Использую гарпун с буксировочным тросом. Увы, нет, не вышло. Не могу догнать, ребята, как-то все надо делать. Попробуй. Охренеть, херня. Нужно что-то делать с этим AT-AT. Они хотят взорвать наш генератор. Используй да гарпун. Как так-то? Попробуйте еще разок. Да я бы устал пробовать, я не могу уехать, как тут эта херня цепляется. Имперский шагоход готовится к атаке на генератор. Да какого хрена? ATST сейчас откроет огонь по генератору. Генератор почти выдохся. Попробуйте еще. Да что сделать-то надо, я ни хрена не въеду. Вроде цепляюсь. А, или зацепить надо в сторону ехать. Все, расхреначили, похоже, нашу базу. Продолжить. Заново. Давайте. Мне интересно, как завалить этого хрена шагохода. По идее, что по кругу, наверное, облететь. Эвакуация проходит успешно. Любой ценой защищай генератор, пока все корабли не покинут планету. Да прибудет с тобой сила.
Это я уже стрелял. Я уже колбасил. Отлично! ATST готов! Тормозить можно, ребята, тут нормас. Хорошо, так держать! Так, как же нам того большого-то победить? Нужно что-то делать с этим ATAT. Они хотят взорвать наш генератор. Использую гарпун с буксировочным тросом. Не дайте им взорвать генератор. Да какого хрена делать-то надо? Попробуйте еще разок. К
какого болта тут делать надо, ни хера. Лично я не догоняю, ребят. Эй, Тихо, готовится атаковать генератор. Разберитесь с ним скорее. Шагоход готовится стрелять по генератору. Стреляй по шагоходу гарпуном. Не дайте эти FC выстрелить по генератору. Не вышло. Да, бляха, я вот сейчас все последний раз пробую. Имперский шагоход готовится к атаке на генератор. Генератор почти выдохся. Используй гарпун. Походу все. Короче, нахрен меня вот это выморозило. Качайте, ребята, пробуйте сами. Так. Посмотрим, что-то еще есть из функционала. Такие небольшие карты, да, видишь? Игра, сетевая, задания, стычки. Подробно. Сетевое обучение выйти. Понял, нас это не интересует. Коллекция. Это что за балда? Давайте тут посмотрим, что тут есть. Хотел бы, конечно, запустить сюжет, но я что-то не могу врубиться, где ее найти. Где стоял вообще точно, ребят. На Battlefield на пробной версии есть. Стал ее проходить, да? Тут, блин, 4 часа дается, ребята, и все как-то непонятно, но график и все такое. Леталки, стрелялки прикольные. Короче, кого тут, ребят, только нету, смотрите. Что он там будет? Давайте выйдем отсюда. Какая-то непонятная шляпа. Пока еще не догнал, что тут надо. Здесь уже ребята. Это наполнение походу, да? Игра сетевая, предзаказ, стычка, что-то стычка. Ну это, по-моему, пробовал, да? Походу, да. Давайте сетевую. Кольцо. Где-то тут еще не было, да? А ну тут сейчас сервера выпускать. Не думал, что сейчас кто-то еще сидит тут и играет, ребята.
сидели ждать там как-то. Короче, все это тут. Сходите, ребята, пробуйте сами. Въехать туда же не могу. Питьевая, вагания. Тоже, я так понимаю, что оно подобие как карты. Давайте попробуем. Посмотрим это еще. Тут улица, я думаю, прикольно, красивенько все. Можно сказать, как в Аватаре. Я думаю, сюжетный режим должен быть, то, что по заставке там было, ребята. Все это дело. Блин, да, просто, что мы колбасим. Тяжелый. Бластерин тут, давайте возьмем. Разведчик. Покажи свою преданность Альянсу. Уничтожь как можно больше имперцев. Да ладно, они уже тут оказываются. Не волнуйся, это еще только начало. Ух ты, блин, красиво как. Клево, ребята, сделано, конечно. Грех скриншот не запендюрить. Ты кто? Наш, да? Сейчас бери. Сойди. Минус один империя. Да ладно. Надо же собирать эти штучки, наверное, да? Да уж, отличная. Черт побери.
Очень впечатляет. Да уж, конечно, надолго это, походу. Оружие на изготовку! Все еще можно исправить. Засадили. Не сдавайся. Да уж, понятное дело. Да японский городовой. Твою мужу засадил, да? Так, четверка, что такое четверка? Тут выйти куда-нибудь. Повстанцы не сдаются. Понятно. Нет, там второй цар должен быть. Вот он. Ага.
проигрываем. Дай им перцам победить. Хрена они тут летают на сороге. Блин, это наш. Конечно, надеялся на то, ребята, на сюжетный режим. Чего-то такого ни хрена тут не нашел. Учение или я, в принципе, так, сражение против друга или компьютера, одиночная или совместная игра. Это же я все уже не нашел. А, ну это типа миссии, наверное, было, что у тебя. Да, кстати, может быть, что-то там надо было какую-то херню искать, да? Расхищать. Да-да-да, это я неудачно начинал проходить как сюжетную ерунду.
Опа. Эй, пошли! Получилось, слава силе! Мы знаем, где вы упали, но, похоже, имперцы прибудут туда быстрее. Будьте готовы защищаться, пока мы в пути. Волна, прям как GTA, е-мое. Приготовьтесь защищаться, они атакуют! Прикольно ты там зачёты, конечно. Готовьтесь! Да уж готовы. Будьте осторожны! Эти штурмовики вооружены тяжелыми бластерами! Так, убегаем туда. Убегаем, а они идут отсюда, да, походу. Первая капсула села. Выдвигайтесь к ней и захватите ее. Как ее захватить надо? Имперцы атакуют! К вам идет AT-ST! Где ты, чёрт, уже везяка? О, вот эта штука классная. Капсулу. Где ты, чертова громина? Сейчас он нам бананов накрутит. Ну и где ты?
Вот, черт побери, не туда. Железный дровосек. Похоже, он идет сюда. Муха. Нифига он чешет. Обалдеть. Нифига не тут дергать. Наконец-то. Они так просто не ждадутся. Я рад за тебя, что не сдадутся. Что делать-то? Враги появились на радарах. И что мне делать? Осторожнее, в области замечены снайперы. Ага, я рад. Безумно. Сколько этих вон-то вот? Враг уже почти в радиусе орудий. Внимание! В вашей области замечены штурмовики с реактивными ранцами. Сканеры засекли еще одну капсулу. Пиздец, короче. Капсула скоро будет в руках повстанцев. Имперцы в радиусе сканеров. Враг в вашей области. Берегите фейки, риски. Опять-то что, дровосек. Все, нет.
Спасательная капсула наша. Короче, вот так вот, ребята. Уже я опух. Так, выходим, да. Наверное, вообще с игры посмотрели в среднем, что на что похоже. Надеюсь, должна быть сюжетка, почитайте там информацию, какая будет. И на этом закончим обзорчик на Звездные войны, ребята. Учение. Хотя, в принципе, может, если пройти все обучение, будет. Играть. Настройка управления, видео, создатели, звуки. Эндеймос. Все, на этом, ребят, заканчиваю обзорчик по. Давайте попробуем в сети зайти. Любую мы берем. Покрутит колесики, зайдет куда-то, значит зайдет, не зайдет, значит не зайдет. Мне кажется, хочется тут, чтобы была сюжетная линия. Ну, я думаю, она, наверное, есть. По ролику так она вроде была. Просто посмотреть. Надо почитать. Но уже, как обычно, никто не читает, сразу все скачивают, регистрируются и начинают проверять. Но, в принципе, игра понравилась по графике, по управлению, по движку. Все красиво, все прикольно. Всем советую, зайдите, ребят, скачайте. У кого, конечно, интернет позволяет, такие большие объемы и компьютер помощнее. Ух, ребят, есть тут, смотрите, сейчас кто-то присоединится. Кто-то мы попадаем в мультиплеер, короче, по сетке. Есть возможность, там комп какой-нибудь средненький, да? Интернет хороший. Советую, ребят. Всем попробовать. По настройкам, не знаю, можете посмотреть в интернете, почитать, понабирать какие-то ребята, настройки. Минимальные требования там какие, средненькие, какие гусеницы хорошие, что это за техника, интересно. Какой-то, кем мы будем этим, ну пофиг, кем будем, где что нажать-то, началась, погнали, будем бойцом Дарт Вейдера. Да, смотрите, какая тачка-то есть. Корабль стоит. Ну, красиво, красиво, конечно, вообще красиво сделано, ничего не скажу. Все просто. А, синий тоннар, да? Блин, а у нас ни рюкзаков, ничего нету, да? Да ладно. Жестко. Да ни хрена, вот это дело, ребят.
Да. Я вам, блин, не куплю мухры. Все тут летают, как шарики, вообще жить. Драндашанский охотник за головами займется поддержкой. Мы должны контратаковать. Повстанцы перехватили инициативу. Ну, да. Естественно, вы дайте мне хоть пострелять-то маленько. Хоть маленечко-то дайте. Наши войска ведут захват контрольной точки. Понятно, что ведут. Да иди твою налево. Вообще жесть. Дроидики, дети дроидики, мать их идти. Блин, я не допрыгну же наверх, да? Мы захватили контрольную точку. Я рад, что захватили. Там какой-то хрен. И не залезть, даже его не грохнуть. Да ладно, я кого-то убил, что ли? Летающие товарищи. Повстанцы захватывают контрольную точку. Надо их остановить. Не стоим, а чё, пляшем, что ли? Посижу я пока здесь. Это что такое? Нет, это наше, блин. Дайте мне тоже лежать, что такое. Ух, завалили. Thank you.
Ах ты сволочь, ты глянь, где сидел на шкире. Да, в мультиплеере тоже, ребят, тут муравейник такой душевный. Так, что двойку-то надо нажимать. Да ладно, как-то прям на раз-два разбирают. Бабахов. Повстанцы захватывают контрольную точку. Атакуйте по готовности. Ну так где-то тут. Ну, извините, у нас такого рюкзака нету. Хоть бы так бы запрыгнуть просто. Пять. Повстанцы контролируют поле боя, а наши позиции слабы. Поставил там этот пулеметик. Защищайте контрольную точку. Робот стоит интересно. Ну, короче, муравейник. Та же самая контра, только в Звездных войнах. Твои карты.
Мясо не понял. Да, клево, когда есть рюкзачок. Да вы охерели, читеры. Ладно, ребята, выходим, это все надолго. Также можно колбаситься в бесконечности и писать. То есть, ребят, видите, мультиплеер все работает, все отличненько. Так что проходите на Origin, регайтесь, качайте, колбасьте. Что еще могу сказать? Не определяйте, покупать или не покупать игру. В принципе, мне понравилось. Был бы сюжет, было бы вообще офигенно. Ладно, все. На этом заканчиваю свои обзорчики. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу, делитесь видосами. Всем удачи, всем пока.